день отучения от завода? Вы говорите много о... Ну, одним вопросом не отделаетесь, вы были с нами во сердце. Ну, прежде всего, это легендарный завод. Один из лучших заводов, который составлял национальный город. Я приезжал сюда 11 лет назад, когда он детствовал, и когда мы его, по сути дела, спасали. Очень рад, что все-таки завод уцелел, имеет хорошую перспективу, оставит самую современную работу. Ну, вы были с нами в Мартене. Первые два Мартена были в Красной Сормово и здесь, которые родились еще позапрошлом веке. Так что они сейчас наметили большую программу, создают новое производство, которое будет самое современное, но одновременно, вы видели, довольно устойчиво работает, имеет большие заказы. Причем заказы выполняют как внутри страны, так и на международном рынке. Почти 40% металла идет на международный рынок и пользуется большим спросом. Но очень важно побольше делать для себя, для этого надо развивать машиностроение. Вот за плечами у нас с вами машина К9000. Эта машина соответствует всем европейским и мировым нормам. Она не хуже Джон Дира, но она дешевле будет на 25-30%. В следующем году ее можно запустить на поток конвейер. Надо только помнить, что это не для маленькой фермы, это для большого поля на 200-300 гектаров. И очень важно сочетать крупные коллективные хозяйства с фермерским. Тогда будет и высокая производительность, и соответствующая отдача. Вот. Очень удобное в управлении, прекрасная кабина, хорошая гидравлика. Там практически нет рычагов, в основном уже кнопочное управление и производство. То есть наши инженеры и специалисты справились с этой задачей, но надо, чтобы весь комплекс мер, которые связаны с массовым производством этой машины, был продуман, и машина получила широкую прописку на наших полях. Не очень радует, что этот коллектив поддерживает связи с Белоруссией и активно поставляет туда и машины, и станки, и обменивается опытом. Но хочу подчеркнуть, и хочу, чтобы вы это показали. Чтобы вот освоить новый цех, они провели реконструкцию, где на старой станине делают новые станки, соответствующие лучшим стандартам. Начинка, правда, в основном пока германская. Но дело в том, что они сегодня возрождают станкостроительное производство. Никакой у вас модернизации не будет, если не будет станков, станкостроения, если не будет машиностроения в комплексе, и не будет у вас робототехники и современных изделий. Для того, чтобы возродить это производство, они собирали специалистов из Саратова, из Челябинска, из Минска приехали. У нас много талантливых людей. Если хотите, чтобы у вас работала промышленность, возрождайте ИПТУ. Ленинград и Питер всегда отличались тем, что здесь были очень хорошо развиты система профтехобразования. В свое время Романов я закладывал, гордился этим. Нам придется в любом случае возрождать это направление. В целом предприятие живое, много интересных идей, молодые серьезные кадры, есть преемственность. Но им надо активно помогать, потому что конкуренты, как всегда, наступают на пятки. Вот. А работа для этого предприятия, работы на наших полях очень много. У нас заросло бурьяном и чертополохом. 41 миллион гектаров. На ряде полей уже выросла осина и береза в руку толщиной. Кроме кировца там никто не распашет. А в ближайшее время придется поднимать эту целину. Наша страна в состоянии кормить 700-800 миллионов человек. Мы сейчас половину продовольствия завозим из-за рубежа и довольно часто очень низкого плохого качества. Поэтому впереди большое будущее у этого предприятия. Но надо будет финансировать, менять экономический курс, создавать условия для своих заводов, предприятий, своих рабочих, инженеров, своих талантливых ученых. Вот этот завод показывает пример, что эти задачи можно решать. Но им требуется огромная поддержка со всех сторон. И прежде всего от Государственной Думы финансируя эти перспективные проекты. Спасибо.